Жертва была объявлена мертвой на месте. Все думают о Лос-Анджелесе и Голливуде. Но есть гораздо больше. Полицейские увидели Фила Спектора в окне наверху. Видно женщину, сгорбившуюся в кресле, явно мертвую. Мы знали, что это не случайность. Кевин Смит был директором Fox. Он увидел похожее на мумифицированное тело в простыне на пассажирском сиденье. Никогда бы не смог представить, что такое может произойти. Микки Томпсон был легендой. Полиция называет это одним из самых загадочных звездных убийств. Его жена пропала, а он хочет встречаться с женщинами? Что происходит здесь? Пусто у моей матери никогда не заполнилось. Работа вблизи смерти может быть тяжелой. Некоторые из самых известных дел рассматриваются в Лос-Анджелесе. Каждый гордится работой в отделе убийств. Все сводится к страсти и чувству долга. Мы хотим обеспечить торжество справедливости.